Кто ве индивидуальный предприниматель, подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов. Региональным следственным комитетом в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2014 года индивидуальный предприниматель, не желая платить налоги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, оформила свою предпринимательскую деятельность на подставных лиц. В дальнейшем с целью сокращения суммы налогов, подлежащей уплате, путем представления налоговой декларации с заведомо ложными сведениями по налогооблагаемой базе и разделением предпринимательской деятельности на подставных лиц, за 2013-2014-2015 годы индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты налогов в общем размере на свыше 56 миллионов рублей. А в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.